Здравствуйте! В эфире программа «День города», в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Конкурс на главу администрации города и реконструкция очистных сооружений нефтезавода. Губернатор области рассказал о работе правительства в 2018 году и планах на 2019. 30 нарушений на охоте сотрудники Росгвардии провели рейд. Юбилей Рязанского трамвая, воспоминания рязанцев и рассуждения о том, нужен ли трамвай городу. Традиционный отчет о работе перед депутатами областной думы занял около получаса. Губернатор Николай Любимов рассказал об итогах работы правительства в 2018 году и планах на 2019. Речь шла о предстоящем конкурсе на должность главы администрации, реконструкции очистных сооружений нефтезавода, проблемах обманутых дольщиков. Дина Исляева продолжит. Вначале глава региона рассказал об уставных показателях. По индексу промышленного производства Рязанская область занимает 10-е место в Центральном федеральном округе. Он составил 104% к 2017 году. За 2018 год в регионе на 0,7% снизилось число безработных. Одна из тем волнующих рязанцев – ремонт очистных нефтеперерабатывающего завода. В 2013 году между правительством региона и Роснефтью было заключено соглашение о сотрудничестве на 5 лет. Одним из пунктов была реконструкция очистного комплекса 2017 года, но эти работы не были выполнены в срок. Теперь их обещают завершить к 2022 году. По имеющейся информации готова основная часть комплектов проектной документации. Проектная документация прошла государственную экспертизу. К непосредственной реализации работ РНПК пока не приступал. Сейчас регионом разрабатывается новый проект соглашения с компанией, и одним из его основных пунктов вновь станет реконструкция очистных сооружений. Мы планируем его подписать на Петербургском международном экономическом форуме. Рязанская область по итогам года заняла первое место и по темпу роста строительства жилья в ЦФО. Однако не все проблемы обманутых дольщиков решены. В прошлом году проблемных домов было 17, проблемы 11 из них решены. Выявлены еще два дома, застройщиками которых нарушены сроки сдачи. Это ООО «Инжстрой» и ООО «Никострой». 147 договоров. Вместе с этими компаниями мы ведем поиск выхода из сложившейся ситуации. По оставшимся проблемным объектам работа будет завершена в течение 2019 года. Еще одна тема – строительство дорог. Чтобы вывести транзит из Рязани, нужна окружная. Уже идет подготовка документов к строительству второго и третьего этапов северного обхода Рязани. Ожидается, что строительство проведут в рамках государственно-частного партнерства. Глава региона коснулся в отчете судьбы санатория «Сосновый Бор». Там планируется открыть реабилитационный центр, где медицинскую помощь и социальную реабилитацию смогут получать семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Депутаты во время обсуждения задали вопрос о кресле мэра города. Николай Любимов высказался за то, чтобы конкурс был объявлен в ближайшее время. Дина Ислеева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Пожар в многоэтажном доме произошел в Рязани 15 апреля. В понедельник загорелась квартира на 6-м этаже. Сообщение о пожаре поступило с улицы Забайкальской. На место выехали 5 пожарных расчетов. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Никто не пострадал. В момент прибытия сотрудников МЧС хозяина квартиры внутри уже не было. Во время тушения пожарным было эвакуировано 20 человек. После тушения пожара к работникам медицины обратился житель этой квартиры, который был осмотрен медиками по подозрению на отравление продуктами горения. Ректора РГУ Андрея Минаева освободили из-под стражи. Об этом сообщает пресс-служба Рязанского областного суда. 15 апреля состоялось заседание, в ходе которого была рассмотрена жалоба, которую подал адвокат ректора вуза. Жалоба касалась изменения меры пресечения. Суд требования защиты удовлетворил. Андрея Минаева освободили в зале суда под домашний арест. Напомним, ректора обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий. По версии следствия, Минаев и его заместитель Кирьянова потратили больше 1 миллиона рублей на прием комиссии Рособорнадзора, выписав фиктивные премии деканам. Ректор на заседании сказал, что по-прежнему не понимает, в чем превысил полномочия, а премии были выписаны на основании докладной профильного проректора. Законность весенней охоты проверили сотрудники Росгвардии совместно с охотинспекторами. За выходные они выявили более 30 нарушений, изъято 9 охотничьих ружей. Подробности в нашем сюжете. Будет составлен протокол административного права правил охоты. Да, нахождение в охотничьем воде. Статья 8.37 КОАПРФ. Он даже знал номер статьи, которую нарушает. В ходе рейда сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника. Он охотился на пойменных лугах в Рязанском районе между поселками Дубровичи и Аликаново. Эта зона считается прилегающей к городской черте, ведь входит в зеленый пояс Рязани. Охота здесь запрещена. Все разрешительные документы у него в принципе в порядке. Разрешение на оружие, охотничий билет, имеется путевка.
на отстрел охотресурсов по территориальности он нарушил. Нарушителю придется заплатить штраф. Мужчину обнаружили в ходе профилактических рейдов, которые проводили в выходные на территории нескольких районов Рязанской области. В них задействованы региональное министерство природопользования, управление МВД и линейный отдел полиции на транспорте. В ходе работы было выявлено 30 нарушений административного законодательства. Среди них нарушение правил охоты и рыболовства, перевозки и ношения оружия, а также сроков его регистрации и перерегистрации. Напомним, что сезон охоты на болотно-луговую дичь открылся 6 апреля. Более 30 тысяч владельцев охотничьего оружия получили лицензии. Галина Кудряшова, Лидия Родина, телекомпания «Город». Поймали с поличным. Сотрудники полиции задержали мужчину, который распространял героин. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы. Подробности далее. Зачем здесь? За закладкой. Что в закладке? Так. Дальше вес куда? Дальше раскидывать. Давно работаешь? Нет. Сколько? Месяц. Распространял бесконтактно. Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который занимался сбытом героина. Заказчиков искал в интернете, распространял с помощью тайников закладок. Личность мужчины удалось установить. Им оказался 30-летний житель Шиловского района. Вскоре полицейские остановили мужчину на улице поселка Шилова. Злоумышленник бросился бежать, но оперативники пресекли попытку скрыться. При личном досмотре у него обнаружили несколько самодельных упаковок с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что злоумышленник транспортировал более 150 граммов героина. Позже он оказал место в центре Рязани, где уже сделал закладку. Из импровизированного тайника изъяли самодельный контейнер. В нем содержалось более 2 граммов героина. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. По части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Расследование дела продолжается. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Обещали улицу не трогать, но не удержались. В Рязани на целый месяц перекроют часть улицы Грибоедова. Связано это с ремонтом теплотрассы. Перекроют от 4-го дома на улице 26 Бакинских комиссаров до 63-го дома на улице Грибоедова с 9 утра 15 апреля до 8 часов вечера 15 мая. В связи с работами изменит свое движение и маршрутное такси номер 41. От Кремлевского вала оно будет поворачивать на проезд Речников, оттуда на Затинную, улицу Свободы, а затем на Одноименную площадь, в остальном без изменений. Также и на обратном пути. Автолюбителям же стоит продумывать свой маршрут заранее. Прокуратура железнодорожного района Рязани направила в суд целый ряд исковых заявлений, в которых требует обязать администрацию города отремонтировать участки дорог на 10 улицах. Иски поданы после проверок прокуратуры, которые прошли после того, как сошел снег. В итоге выявили нарушение требований ГОСТа. По нему, кстати, выбоины не должны превышать 15 см в длину, 60 см в ширину и 5 см в глубину. Однако обнаружены ямы куда больше. К примеру, на улице Весенней их глубина доходит до 14 сантиметров, а длина до 1,5 метров. Вот все улицы, указанные в иске. Весенняя, Пушкина, Полетаева, Высоковольтная, 4-я линия, Шевченко, Семена Середы, Островского, улица военных автомобилистов, а также участок дороги от перекрестка улиц Щерса и Черновицкой до Южного промузла. Сейчас заявление находится на рассмотрении в суде. После его решения город-администрация обязана будет устранить нарушения, то есть привести все участки в порядок. Больше 600 рязанцев написали тотальный диктант. Горожане присоединились к ежегодной акции, которая прошла 3 апреля. Тотальный диктант нацелен на привлечение внимания общества к вопросам грамотности и развития культуры письма. Жители области приняли участие в проекте в 5-й раз. Тотальный диктант прошел на 23 площадках, в том числе в областной научной библиотеке имени Горького. В этом году в проекте участвовали Александр Невский, Захаровский, Ермишинский, Кадамский, Кораблинский, Михайловский, Рязанский, Старожиловский, Сапожковский, Чучковский, Шацкий, Касимовский районы, а также города Касимов и Скопин. В целом диктант написали более 650 жителей региона. Рязанцы писали под диктовку сочинения российского писателя, академика Академии русской современной словесности Павла Басинского «Ловец душ», посвященная театральной постановке пьесы Максима Горького «На дне». Результаты диктанта планируется подвести 17 апреля. 12 апреля в эфире программы «День города» наши журналисты рассказали о Дне инноваций, который прошел в Музее воздушно-десантных войск. В тот раз коснулись в основном проектов, которые можно применить в сфере военной,
Теперь же поговорим о другой, гражданской. Лучшие умы страны собрались на первом в Рязани Дне инноваций. Он прошел в военно-воздушном училище. Разработки инженеров касались самых разных сфер. Например, Денис Тятлин изобрел здание, которое способно самостоятельно обеспечивать себя энергией с помощью ветра. В ветроэнергетике самое важное – это скорость потока и площадь, на которую воздействует. Соответственно, площадь вот здесь 400 квадратных метров. А в нашем случае эта площадь, если здание 300 метров, может быть 3000 квадратных метров. Аналогичные здания в других странах могут обеспечивать себя энергией лишь на 20%, а эта конструкция может быть эффективна на все 300. Построить его можно как в средней полосе, например, в Рязани, так и в условиях крайнего севера. Мы берем 4 обычных здания или, может быть, 5 обычных зданий. Ставим их так, чтобы они имели возможность сконцентрировать воздушный поток. Между этими зданиями мы закрепляем ветроэлектростанцию. Соответственно, если скорость ветра, например, 5 метров в секунду, мы сконцентрировали этот поток, то здесь мы получаем на выходе там 12-14 метров в секунду. Это очень хорошая скорость для того, чтобы ветроустановка работала эффективно. В ближайшее время разработчики построят демо-версию такого здания. Другое изобретение принадлежит рязанским ученым. Они запатентовали устройство, которое способно определить износ двигателя любой машины. Они надеются, что вскоре оно появится у каждого автолюбителя. Мы знаем, что в процессе эксплуатации гидросистем двигателей возникает износ. В процессе износа металлические примеси попадают в систему, например, смазки. И по их наличию мы можем косвенно судить о степени износа данного двигателя. Устройство покажет, когда пора ехать в сервис на диагностику. Это поможет избежать дорогостоящего капитального ремонта. Проект готов к внедрению. Однако большинство изобретений все же касалось не гражданской, а военной сферы. Например, этот комплекс мишеней. Уникальная разработка для тренировки снайперов. Определить ее местоположение можно исключительно с помощью тепловизора. А после удачного выстрела спрятать в новом месте. Ведь после первого попадания опытный снайпер уже знает дистанцию до цели и погодные условия. Стоит отметить, что многие разработки, представленные на выставке, все же можно использовать в обеих сферах. Например, этот небольшой робот может вести разведку под шквальным огнем противника и даже ответить с помощью встроенных гранат. В то же время проектом заинтересовались аграрии. Этот же робот мы сейчас тестируем при внесении ядохимикатов в обработке каких-то агрокультур. То есть там, где работа человека требует применения средств защиты, мы можем пустить робота, и он сделает то же самое в системе высокоточного земледелия. Свои проекты на выставке представили более 60 научных коллективов со всей страны. Организаторы надеются, что такой обмен опытом станет хорошей традицией, а изобретения ученых смогут выйти на широкий рынок. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Юбилейную дату отмечает рязанский трамвай. Правда, повод нерадостный. 15 сентября 2010 года его закрыли, а вскоре демонтировали рельсы. В этот день рязанцы поделились своими воспоминаниями и порассуждали, нужен ли трамвай современному городу. Галина Кудряшова продолжит. По этим шпалам гулять безопасно. Раньше они были частью маршрута рязанского трамвая, однако его закрыли 10 лет назад. Большую часть рельс шпал демонтировали, но кусочки истории еще можно увидеть в нескольких местах на улице Черновицкой. Сейчас они лежат посреди зеленой зоны. Рязанский трамвай построил нефтезавод в 1963 году. На нем сотрудники предприятия добирались до работы и обратно. Однако уже в середине 90-х необходимость трамвая отпала. Тогда он стал коммерческим, а затем в 2007 году муниципальным видом транспорта. Александру повезло, он смог прокатиться в небольшом вагончике в последний день существования трамвая, 15 апреля 2010 года. Сделал это осознанно, даже прогулял несколько пар в университете, чтобы проститься с транспортом, на котором катался последние 2 года. Пустой трамвай, вот это вот его заливало солнце. Ну, в общем, было все крайне красиво и даже несколько сказочно, что ли. Это была какая-то романтика поездов, то есть ты едешь под вот это вот... Хоть не такой сильный, но все-таки стук колес о рельсы, да и никаких пробок, никаких заторов, никаких светофоров, это тоже было круто. Трамвай – это экологически чистый вид транспорта в Рязани. Его маршрут проходил исключительно в районе городской рощи. Он начинался около Полетаевского рынка. Валерий ездил в трамвае с 4 лет. Вместе с семьей каждые выходные посещал дачу в поселке Сосоево. Отмечает, что в выходные маршрут пользовался большой популярностью.
с сумками, с тележками, с баулами. Собственно, там всегда было очень много людей. Все были дачники. Мы все, собственно, заталкивались в этот небольшой трамвайчик и ехали, наверное, минут 20 до дачи. Такой один из видов общественного транспорта. Он соединял довольно такую, наверное, непопулярную ветку от Полетаевского до дачных поселков, до кладбища и до Централита. Однако маршрут все равно не был рентабельным. По заявлениям властей, на его содержание тратили 1 миллион рублей. О возрождении рязанского трамвая говорят давно, однако пока конкретных решений принято не было. В качестве альтернативы бизнесмены Санкт-Петербурга предлагают построить надземное метро. Соответствующую петицию, в которой включен и наш город, он написал на имя президента. По словам предпринимателя, существующие виды транспорта не способны решить транспортный коллапс. Заинтересуются ли идеей власти Рязани, пока неизвестно. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 20 и 21 апреля пройдет 5-й всероссийский танцевальный фестиваль «Feel Dance Magic». Различные танцевальные направления, театрализованное оформление, почти 1000 участников. Двухдневное шоу можно увидеть на сцене Рязанского дворца молодежи. Больше 40 танцевальных коллективов из Рязанской и Московской областей. 1000 участников, выступающих в разных стилях. 20 и 21 апреля на сцене Рязанского дворца молодежи пройдет 5-й всероссийский фестиваль «Feel Dance Magic». Его главная направленность на развивающиеся коллективы. Многие коллективы, которые у нас участвовали с самого начала, с самого первого фестиваля, в этом году уже выходят на более профессиональный уровень и начинаются более серьезные конкуренции. 2019 год для фестиваля юбилейный, и в связи с этим готовится оригинальное театральное оформление. Какое, пока секрет. Организаторы решили приятно удивить зрителя. Есть в этом году еще одно нововведение. Зритель сам становится участником фестиваля. У нас в этом году новый такой приз зрителя. Такого мы раньше не делали. Зритель сам голосует по билету. Билет выглядит таким образом. Билет, контроль и голос от каждого, кто придет на фестиваль. Голосуют за участника, соответственно, какая-то команда выигрывает, вот по мнению зрителя. Танцевальный фестиваль пройдет 20 и 21 апреля. В первый день будут представлены такие номинации, как современный танец, народно-стилизованный танец и танцевальное шоу. Второй день посвящен самому популярному направлению – стрит-шоу. Судить танцевальные коллективы будет именитое жюри, высококвалифицированные педагоги из разных городов. Анастасия Батрак, Борис Ширайзен и заслуженный артист России, актер театра и кино Андрей Торхов. Приглашен он не случайно, ведь танец – это не только движение, это целая история. Маленький спектакль, о котором и расскажут со сцены танцевальные коллективы. Члены жюри также проведут свои мастер-классы. Мастер-классы пройдут 21 апреля в РДМ, где будет проходить фестиваль. В 11 часов пройдет мастер-класс Анастасия Батрак и в 12:30 Бориса Ширайзена. Посмотреть, поболеть, а также поучаствовать в 5-м всероссийском танцевальном фестивале «Feel Dance Magic» можно будет 20 и 21 апреля. Начало в первый день в 16:00. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Мама спит, она устала, в пробках 2 часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду, грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас, заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад».